Программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Поезд в огне. На одной из железнодорожных станций края загорелся локомотив. Сломали руку, испортили жизнь. Почему барнаулец считает, что сотрудники ГИБДД устроили за ним охоту? Особый день – Радоница. Православные сегодня поминали усопших. В Алтайском крае сегодня загорелся локомотив. Происшествие случилось в Тальменском районе на станции Среднесибирская. Как сообщают в региональном МЧС, пожар начался внутри локомотива, под обшивкой. Железнодорожники вместе с пожарными смогли отбуксировать аварийную технику в безопасное место, а потом ликвидировали пожар. Для этого им потребовалось несколько минут. По данному факту началась проверка. Одиночный пикет сегодня прошел у здания краевой прокуратуры. Его провела жительница Волчихинского района, где в начале этого года после смерти 7-летнего мальчика в местной ЦРБ разразился большой скандал. Жители района негодовали по поводу состояния местной медицины. Положением сферы они обеспокоены и сейчас. По их мнению, к лучшему ничего не меняется. Напомним, в феврале Татьяна Харлова покинула пост главного врача ЦРБ, чего главным образом и добивали жители Волчихинского района. Также они провели митинг, призывая властей обратить внимание на проблемы медицины в районе. На нем присутствовало около 400 человек. Со здравоохранением никаких сдвигов нет. Как не было врачей, так и нет. Но есть отписки, где у нас 100% укомплектовано, даже лучше, чем в Рубцовке. Пикет – вынужденная мера. На многократные обращения и просьбы прокуратура бездействует, говорит Ольга Кривенко. Однако, по ее словам, недавно в больницу вернулся ранее работавший врач. И ожидается еще один. Но узких специалистов совсем нет. Если, в конце концов, и этот не воздействует на них, пикет одиночный, мы будем заявлять санкционированный пикет. И уже выйдут много людей со своими проблемами и со своими плакатами. И будет очень много народу с плакатами. Но если это не... Ну, я еще планирую, если это не поможет, то я планирую все-таки поехать на Красную площадь. Добавим, помимо ситуации со здравоохранением в районе, Ольга Кривенко затронула ряд других проблем. Одна из них – снос мемориальных плит, посвященных участникам Великой Отечественной войны. К другой теме. Из-за несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ежегодно погибает больше 2 миллионов человек. Это данные Международной организации труда. В марте несчастный случай произошел на барнаульском заводе «АЗА». Во время производственного процесса на мужчине загорелась одежда. Позже он умер в больнице. Накануне Всемирного дня охраны труда мои коллеги расскажут, насколько хорошо следят за жизнью и здоровьем сотрудников на алтайских предприятиях и дают ли сейчас молоко за вредность. По рассказам супруги, 38-летний Сергей Гордеев работал токарем на алтайском заводе агрегатов. 21 марта во время производственного процесса на мужчине загорелась одежда. Результат – 45% ожогов тела. Спустя 3 недели отец семейства умер в больнице. Сейчас следователи ведут проверку по 143-й статье «Нарушение правил техники безопасности». Конечно, истории со столь трагичным финалом в крае немного, но травматизм фиксируют ежегодно. Традиционно для нас являются резонансными, и мы видим некую здесь зависимость от как раз формирования безопасных условий труда. Это работа на высоте, работа с разлетающимися и движущимися деталями на производстве. Там, где есть нарушение и производственного цикла в рамках формирования безопасных условий труда, и несоблюдение простых инструкций работниками на своем рабочем месте. На каких предприятиях с охраной труда дела обстоят не лучшим образом, нам сегодня не конкретизировали. Зато показали, где несчастных случаев не было ни разу с момента основания предприятия. Швейный цех на заводе «Алтай-Лесмаш» появился недавно. Но совсем скоро газоэлектросварщики завода будут работать в фирменных костюмах, которые загореться просто не смогут. На сварщиках я хочу сделать акцент. Это наши новые ткани, это российские ткани, изорамидные ткани. Они легче, и еще они не прогорают. Ну, действительно, вот уже экспериментально мы проводили, прогораний нет. Впрочем, на этом предприятии за жизнью и здоровьем сотрудников следят особенно. Здесь даже пол в цехах сделан так, чтобы максимально избежать несчастных случаев.
Промышленный пол нам позволил произвести более плавную логистику, то есть все переходы имеют определенные изгибы, радиусы, чтобы человек не мог не запнуться. И в своем перемещении мы используем по большей части электроштабелеры, электротележки. Всего на заводе, где выпускают тяжелую гусеничную технику для нефтегазовой промышленности и дорожно-строительной отрасли, работает 144 человека. 18 из них трудятся на вредном производстве, те самые газоэлектросварщики. И, кстати, за вредно здесь дают, как в советские времена, молоко. Аттестация, значит, произошла льготных мест с классом 3.1. Молоко, которое предусматривается по заявлению работникам, выдается как компенсация. Я бы не хотела сейчас в рамках этого мероприятия называть там кто-то худший или лучший. Мы все сегодня ответственны за соблюдение безопасных и создание безопасных условий труда. Есть предприятия, которые находятся в процессе модернизации и выявляют для себя вот в рискоориентированном подходе слабые стороны для того, чтобы устранить эти моменты. Всего по статистике в прошлом году в регионе произошло 83 несчастных случая на производстве, в этом 15. В то же время Алтайский край сейчас находится в лидерах по специальной оценке условий труда работников. По данным Надежды Капуры, более 98% рабочих мест прошли специальную аттестацию и являются безопасными. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Житель Барнаула считает, что сотрудники ГИБДД устроили на него охоту и оказывают сильное давление. С такой жалобой он обратился в нашу редакцию. По словам мужчины, экипаж ГИБДД сломал ему руку и теперь еще хочет привлечь к ответственности. В следующем сюжете расскажем подробности. Особо опасных преступников так не берут, насколько я знаю. А вы вот как-то не Виктор очень. Виктор Владимирович, вы так говорите, как будто мы вам хотели руку там. Вас конечно. Убили, хотели вам руку конечно сломать. Хотели. Зачем наговаривать? Конечно, хотели. Очередное задержание. Барнаулец Дмитрий Мазалов считает, что на него объявили охоту сотрудники ГИБДД. Возможная травля длится уже 2 месяца. 4 марта Дмитрий и его супруга выехали из дома и почти сразу попали в небольшой ДТП. Мужчина рассказывает, что за рулем была его жена. Претензии у обеих сторон аварии были обоюдны, но решили договориться по европротоколу. В тот момент, когда супруга ушла за деньгами, на место подъехал экипаж ГИБДД. Сотрудники решили, что управлял машиной Дмитрий. По словам мужчины, ему даже не дали сделать звонок по телефону. В какой-то момент барнаулец оказался на земле. А дальше перелом плечевой кости. От резкой боли Дмитрий потерял сознание. Весь день мужчина провел в отделе. Привезли меня в индустриальный отдел РОВД, где меня задержали до суда на 2 суток. То есть со сломанной рукой, невзирая на то, что у меня боли адские. То есть я попросил, чтобы вызвали еще раз скорую. Скорая приехала, осмотрела меня. После этого ответственный по отделу полиции как бы принял решение, что я здесь в камере могу, ну, грубо говоря, скончаться. После этого принял решение меня выпустить под явку о прибытии. В тот день Дмитрия не госпитализировали. Мужчина считает, это все по просьбе сотрудников ГИБДД. Кроме того, барнаулец со сломанной рукой смог добиться адекватной помощи только 13 марта, спустя 9 дней после перелома. Дмитрию уже понадобилась серьезная операция. В руку вставили пластину. Сегодня мужчине инкриминируют управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение сотрудникам полиции. Кроме того, его хотели привлечь за употребление наркотических средств, так как у него взяли анализы после обезболивающего укола. Дмитрию удалось это доказать. Добавим, что из-за всей этой истории мужчина пропустил обязательный прием лекарств. Барнаулец борется с опухолью. Адвокат Дмитрия уверен, сотрудники вышли за пределы своих полномочий. К алгоритму их действий у юриста много вопросов. Их действия, ну, по крайней мере, как они пытаются объяснить, направлены на применение физической силы, были в связи с тем, что Дмитрий Владимирович пошел за своим телефоном к своему автомобилю. В рапорте сотрудники указали, что я неоднократно пытался скрыться. То есть, ну, как бы тут рассудить. То есть, один раз скрылся, потом вернулся еще раз, получается, на место происшествия, и еще раз пытался скрыться. Ну, как-то логики не видно в этих словах. Ранее мы отправляли запрос в управление МВД по Барнаулу, но нам ответили кратко. Цитируем. Сегодня по данному факту ведется проверка. Меня просто поражает, правда. И причем они в настоящее время продолжают утверждать, что они правы. Хотя нет. Знаете, они пытаются
наш мир превратить в зазеркалье. Они пытаются перевернуть закон. А на самом деле они его нарушили. Адвокат считает, что даже если бы Дмитрий что-то нарушил, это не дает права сотрудникам ГИБДД ломать ему руку и относиться как к преступнику. Впереди у мужчины серьезная реабилитация, пока он не может работать. Также, по словам Дмитрия, сегодня на него оказывают сильное давление. Несмотря на это, он планирует отстаивать свои права и привлечь экипаж к ответственности. Мы будем следить за развитием событий. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другой теме. Детский сад с уникальным интерьером откроется в Барнауле в сентябре этого года. Он примет сразу 330 воспитанников. Все они – жители одного квартала в спальном районе 2038. Накануне ход строительства объекта оценил губернатор Виктор Томенко. Вот пройдем туда дальше, там у нас будут львята. Пумы, панды и львята. У каждой группы еще пока строящегося детского сада на стенах будет свой зверек из мультика, рассказывает застройщик Владимир Отмашкин и заверяет, интерьер здания не имеет аналогов в Сибири. Впрочем, работы пока продолжаются как внутри, так и снаружи. В июне, говорит застройщик, детский сад будет готов. И уже этой осенью его порог переступят маленькие жители квартала 2038. В густонаселенном индустриальном районе, по словам родителей, сад рядом с домом прежде всего удобство. Сегодня в нем занято уже 260 мест из 330. Вы ходите в садик уже, нет? Ну да, мы на перевод стоимся. Да. Куда-то ходите, да? Да, далеко ездите? Да. Долго надо, да? Здесь тем более выбраться пока что еще так тяжеловато. Да, здесь минуту от дома идти хочется уже рядышком. Общая стоимость детского сада составила 344 миллиона рублей. Строительство дошкольных учреждений в крае продолжается. Только в этом году власти региона планируют создать больше 1000 дополнительных мест, открыв 4 детских сада. Анара Шагирова, «День с толком». Сегодня православный мир празднует Радоницу. В этот день принято поминать родных людей и молиться за них. Почтили традицию жители нашего региона. Для доставки барнаульцев до кладбищ задействовали несколько десятков автобусов. Тему продолжит Анастасия Дороган. Души во благих водворятся. С молитву про родных началось это утро. Сегодня православные встречают Радоницу. Родительский день часто начинают в церкви, ставят свечу, освещают продукты и едут на кладбище. Сегодня подошел, цветочки поставил, смотрю, напротив сноха похоронена, даже не знал. Да. То есть мне не предупредили, не сказал никто, ни племянница. Что они рядом? Что умерла она, даже что умерла. Мне так обидно. 27 лет. Чечня. Афган прошел, мало было, решил еще в Чечню попасть. Работал в СОБР. Я вообще не хотела, чтобы он в милицию шел работать. У него высшее образование, он работал преподавателем в школе. Нет, надо было вот в милицию идти. Зачем? Нина приезжает сюда каждый год, к сыну. Боль, горечь, сожаление, чувство долга. В черте Барнаула жители направлялись в 5 кладбищ. Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, Ганьбинское, Затонское. Я без этого не живу уже сколько лет, то всегда здесь бываю. Я потом иду, у меня такое настроение хорошее, то есть вот ну, так-то, не знаю, дышится даже легко. Почти всем, кому легче дышится, за 40. Молодежь среди могилок почти не встретишь. Молодежь-то на работе, многих не отпускают. Кто-то, кто далеко в отъезде, они находят людей, которые берутся ухаживать. Сейчас даже бизнес такой есть, ухаживают за могилами. Съездить на могилку и навести порядок стоит около 1000. Со средней ценой знакома жительница Барнаула. Она считает, что появление таких волонтеров – большая поддержка. Сама она этими службами пока не пользовалась, хотя и убирает 5 могилок. Очищает от листвы, моет камни, воду организует город. Все благодарят то, что хоть воду привезли. Все трубы перемерзшие. Они рады этому. Ну, всякие бабушки бывают. Сколько надо, сколько берите. Могу вам предложить. Дорожную безопасность с утра обеспечивают сотрудники полиции и дружинники. Обеспечение безопасного перехода через проезжую часть по пешеходному переходу, регулирование движения, расстановка транспорта, потому что сегодня очень много, как вы сейчас наблюдаете, очень много транспорта.
Десятки автобусов в этот день бесплатно везли горожан до кладбищ без промежуточных остановок. Из-за этого некоторые барнаульцы, которые по этим же маршрутам добираются до работы, не могли уехать вовремя. Впрочем, транспортные неприятности в родительский день фиксируют ежегодно. Тем не менее, для тысяч барнаульцев сегодня главным пунктом прибытия были кладбища – места встречи с ушедшими родными. Встречаемся, здороваемся, прощаемся. Потому что я думаю, что они все равно нас ждут, и мы их любим, и помним. То, что в жизни у нас как бы хорошо складывается, это благодаря им. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители региона бьют все рекорды по активности голосования за объекты благоустройства. Так, с 15 апреля свой голос подарили почти 50 тысяч человек. Это как минимум в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом, рассказали в Министерстве строительства края. Напомним, всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий проходит с середины апреля до конца мая. Оно проводится на федеральной платформе, адрес которой вы сейчас видите на экране. Еще один вариант – с помощью волонтера через специальное приложение. И тогда понадобится только номер телефона. Барнаульцы могут выбрать одну из 37 заявленных территорий в своем городе. К слову, жители именно краевой столицы пока самые активные участники голосования. На втором месте – рубцовщане, на третьем – новоалтайцы. Подчеркнем, выбрать объект для благоустройства может любой желающий старше 14 лет и проживающий в населенном пункте с численностью свыше 20 тысяч человек. Добавим также, что объекты победители голосования благоустроят в следующем году. Стать бизнесменом, будучи школьником. Такая возможность появилась у ребят из Барнаула. Основам лидерства и маркетинга их обучают уже в начальных классах. Прямо сейчас специальные уроки посещают больше 30 детей. И у всех из них уже есть свой бизнес. Подробности в сюжете. Рукола. Ее надо есть с едой, просто так она горькая. Руккола, брокколи, горох, редис – все вырастил Платон. Микрозелень – его бизнес. Сам он занимается спортом, правильно питается. Тему ЗОЖ перенес и в фабрику предпринимательства. Несколько месяцев он учится вести бизнес и все успевать. Я распределяю время, что надо когда делать. Например, книгу 40 минут читать, час гуляния и 2 часа урока. Тайм-менеджмент – не главная дисциплина. Здесь дети изучают ораторство, введение в предпринимательство, лидерство. Последний руководитель фабрики Инна Тихонова считает самым важным – научить ребенка быть опорой себе и всей команде. По ее словам, 70% учеников не играют в бизнес, а живут им. Пусть им и 10-13 лет. А что может быть еще интереснее в детстве, чем сварить дома мыло красочное, там, красивое, либо своими руками сделать шоколад и получить от этого удовольствие. Наверное, поэтому так долго и подбираем мы бизнес-идею для ребенка, потому что наша задача не навязать вот это прибыльно, вот этим занимайся, а монетизировать хобби. За время обучения дети могут перепробовать несколько видов деятельности, пока не найдут то, от чего глаза горят, а руки чешутся. Кира хотела научить брата мыть руки и сварила мыло в виде шоколада. А теперь это ее бизнес. Я заключила договор с торговым центром, то, что я буду продавать свое мыло в торговом центре. Сейчас я даже своим друзьям, подругам, помогаю и их там подталкиваю, чтобы, ну что, тоже они. Одна девочка, которую я подтолкнула на идею, она очень вкусные пирожки готовит. Я к ней прихожу поесть. Она начала готовить пирожки, и мы вместе с ней ходили по школе и продавали. Чтобы дети набили меньше шишек, секретами и советами с ними делятся взрослые предприниматели и отвечают совсем не на детские вопросы. Налоги, составляющая, как правильно вкладывать в продажу своей продукции, что надо учитывать то, что не только затраченное время, но полностью вся себестоимость, ну и, конечно, ценить свое время, которое ты потратил на изготовление той или иной продукции. Одна из выпускниц курсов в 14 лет оформила ИП и получила грантовую поддержку. А на недавней барнаульской фабрике торговали 33 ученика фабрики предпринимательства и заработали свои первые деньги. По словам родителей юных бизнесменов, с появлением предпринимательства в жизни детей те стали более дисциплинированными и ответственными. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.
Большая выставка охотничьих собак прошла в Тальменском районе. Среди участников больше 90 гончих и лаек в возрасте от 10 месяцев до 10 лет. Западносибирские, русско-европейские, карельские, восточно-сибирские лайки и русские гончие. Собак этих пород привезли со всего края, а также Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Выставку проводили на специальном охотничьем угодии, которое выделил участникам губернатор Алтайского края Виктор Томенко. У вас теперь есть возможность не только проводить выставки, да, но вы знаете, испытания. Здесь развивается вольерное хозяйство. Пока это на начальном этапе, но результаты мы уже видим. Оценивали животных по внешнему виду и охотничьим навыкам. Собаки должны были выследить, догнать и облаять предполагаемую дичь. С заданием справились практически все животные, за что и были поощрены. Добавим, выставка охотничьих собак проводится на Алтае уже более полувека. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире!